8,5 тысяч единиц контрафактной продукции изъяли сотрудники полиции за первое полугодие 2015-го. В основном подделывают DVD-диски, спортивную одежду и обувь. Так, во время проверки двух торговых павильонов в Энгельсе полицейские выявили ряд нарушений. Спортивная обувь продавалась с логотипами известных торговых марок, при этом имела признаки подделки. На первой точке изъяли 250 единиц контрафактной продукции, на второй – 143 единицы. В первом полугодии по результатам проверок, направленных на борьбу с контрафактной продукцией, составлен 151 протокол о административных правонарушениях. Из них 62 – за нарушение авторских и смежных прав и 89 – за незаконное использование товарного знака.